Всем привет! И вы на канале Алена Готовит. И сегодня я буду готовить сырные блинчики. Уж очень они мне нравятся, поэтому делюсь рецептом и с вами. Для блинчиков мне понадобились яйца, сыр, молоко, мука, соль, сода, зелень и растительное масло. Более подробное количество ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. Готовятся блинчики очень просто. Для этого в глубокую миску выбиваем 3 яйца. Добавляем соль, 1 чайную ложку сахара и все взбиваем венчиком. Далее к этой смеси выливаем наше молоко. Все снова хорошо перемешиваем. И осталось добавить сухие ингредиенты. Добавляем постепенно муку. Все перемешиваем хорошо, чтобы получилось у нас однородное тесто без комочков. Я добавляю также соду. Добавляю сыр, я предварительно его натерла на терке и измельчила зелень. Еще раз все хорошо перемешиваем. И в самом конце я добавляю растительное масло. Лучше использовать без запаха. Тесто наше готово. Оно получается достаточно густым. И теперь будем жарить наши блинчики. Перед первым блином я смазываю сковородку маслом и выпекаю блинчики до румяного состояния с каждой стороны. Далее все делаю на сухой сковородке, все отлично жарится и хорошо переворачивается. Таким образом жарим все блинчики, и у меня получилось из моего количества ингредиентов 10 блинчиков. Я свернула их конвертиком и в таком виде подала к столу. Очень вкусные, очень нежные сырные блинчики получаются в итоге. Лучше кушать горячими и со сметанкой. Всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Всем пока-пока!